Это лучше. Причем это тоже очень такое приличное. Говорят, что дальше будут послабее. Вот еще раз, как освещается он опорно. List for history. For history. Okay. Почти рассвело. Почти рассвело. Вот еще раз. Nothing. Huh? They are busy. I don't know. I don't remember. But they have blue one leaving. Значит, пучкарь уже заволакивает. А тут наоборот заходит солнце. Вот вдали. А там напор на 3. Thank you.
Мы в базовом лагере она опорная. Это сам лагерь. И вот что мы видим. Чупучхари. Вот сама она порно, часть ее закрыта. Дура от нашего брата. Юра на порно 3.
Холодно. Народ. Вышло солнце и чуть-чуть видна вершина. Вон он, солнце ощущается. Вон уже полезли тучи сюда. Вот красавица мальчик Пучхари. Просто красавица. И вот за нами свежевыпавший снег. Хочу показать наше утро. В одном из лоджий закончилась зарядка. Да. Вот, вот. Сейчас будет так называемая планка. Это самое тяжелое упражнение. Народ выдерживает по полминуты. Кое-кто и больше. Это Володя. Это Наташа из Арада. Вот это Юра. Наш замечательный руководитель. Вот это Саша. Арад, муж Наташи. Вот. Еще одна Наташа. Оксана, она же из Питера. Вот. Аня. Вот это Лодж. Висит барахло, пытается выжить. Это вот то, что нас окружает. Вот тут мы уже второй раз потерю дает конопорни обратно. Вот то, что мы видим каждое утро, это вот, да. Это называется ресторан. Показаны горы. Тоже, кстати говоря, начинает лететь красивее. Падик. И сейчас завтрак и вот сегодня очень тяжелый день. Сегодня у нас все на 8-9 спуск и потом в конце 300 метров подъема. Обезьянки. Thank you.
жара традиция. Еще один вид на мачи Пучхари южного напорного. Так, тут напорно 3. Вот это южная. Чуть-чуть закрыто, но видно. Это прямо. It's UFO history, you know? Это рододендроновый лес. Вот послушайте, цикад. Это наш народ отдыхает, а вот это лес. Новый вид на все эти вершины. Вот еще раз. Южного Напорно. Хинчули. Вот там выглядывает Напорно 3. Вот эта красавица мачи Пучхари. Вот. Чуть дальше еще, вот она, Анапурна 2. Вот это вообще вид, как сейчас все это открыто с облаками. Фантастика. Вот еще раз. Невероятно красиво. Я же спросила, у кого есть таймлапс. Это же надо идти за... Шикарный вид. Шикарный вид. Смотри, ой, шикарный. Михаил, смотри. Ребята, это просто. Она как бы каждый раз меняется. Ух ты. В общем, минуты сейчас уйдет. Правда, зачет. Зачет. Зачет, да. Не то слово, а. Это слово. Да. Совершенно верно. Ух ты. И место, слышь, и время. Володя, ты не уверен, что ты не хочешь запечатлеть? Я фото раз 70. Но такого нет. Я потом подрисую. Освещу где надо, слышишь? Ох, красота какая, а. Фотошоп. Ух ты. Фотошоп просто рулит. Каждую минуту новое что-то. Оно меняется каждую минуту, да. Это сейчас же солнце вот заходит пока. Еще раз. Это папина, видео. Что, нет, я говорю твой. Я папину. Еще раз видео. Это был папин.
Почти закат, почти закат. И смотри, 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 все, смотри, как идет вверх. Вот солнце вот на этой южной напоре, да? Идет вверх. Освещенная часть уменьшается. Сейчас зайдет. Да, 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 сейчас зайдет. Оно еще 3 минутки зайдет. Мам, фотографируй, нажимай на горы, сними. Вот слева. Угу. Просто. Нажимай на гору и потом фотографируй. Ну вот еще раз. Это как бы... То есть невозможно оторваться. Тебе быстро покажет. Просто... Другая планета. Ой. Потом мы приперли соседнюю ложь. Залезли на стол. Не, ну мы первые, еще никто не понял. Купировали, да. А справа какое облако шикарное поднимается, а? Такого нету. Пойдем. Да. На последний фильм на сегодня. Невозможно просто пропустить. Все, облака. Не пальцы кричат. Солнце. Не кажется. Видишь, как такой-то? То ли ветер, да. Нежные флаги. Ага. И толпа фотокорреспондентов. Восход.
Я хочу еще раз показать, как мы идем. Вот перед нами лес рододендроновый, который мы только что прошли, шикарный совершенно. А в цирке вот и все время мы видим это. Вот это красота. Вот еще раз. Это две шикарные, потрясающие вершины. Это прямо отдыхает. Ну? You are the history now, you know? I go history Annapurna South 7200 meter. Thank you very much. And then Himchuli 6400 meter. Nice, nice. And then Machapusre 6900 meter. Very, very good indeed. Geography lesson, you know? Nice, thank you. Каждые пять минут новый вид. Вот это Анапурна 3. Сейчас очень хорошо видна. Вот этот острый пик посередине. Это Анапурна 3. Это опять Мачапучхари. Это вообще украшение всего этого цирка. Так, все. Это просто грех не показать. Алина пошла наверх, маркировка вон там. Он сказал, что все равно куда идти. Да. Мы его спросили, он сказал, что все равно. Появились тучки, но вот это лес сверху. Мы поднялись в лодж. И пальцы. Мы на пике Малди, с которого виден восьмитысячник Дуалахири. Это почти 7. И дальше вот такая панорама. Тучки, но не только. Есть Южная Анапурна. И дальше облака. У нас народ. Вот
Там много 7-тысячников. Двигается облако, поэтому надо быстро-быстро снимать. Быстро, оно сейчас все закроет. Быстро-быстро снимать. Оксана, облако двигается. Давай облако скорее. Двигается, поэтому быстро-быстро снимать. Сфотографируешь нас? Давай. Пойдем? Ну-ка, идите. А, вон, точно, точно. Она пурно закрывается прямо на глазах. Хорошо, хорошо, давай. Михаль. Вот хорошо видно, когда происходит сейчас. Так, на фоне чего? Ну я горизонтально. Да, да, да. Тут красивые эти. И также Мачу-Пучхари закрывается. Так, плохо. Ну это здорово. Попал. Здорово видно. Тима сейчас, сейчас. Я уйду. Не, ничего страшного, сейчас я. Я просто показываю, как облако наползает. Ежики в тумане. Сейчас. Ой, так, ты мешаешь. Я мешаю процессу. Извиняйте. Извиняйте. Ладно, ребят. О. Все, ну, Лёша, я вам выбирайте. Вот-вот закроют. Хотя скинусь. Thank you.
еще одна панорама. Буденные облака. Солнце заходит. Еще раз панорама. Больше солнца. Я еще немножко остаюсь. Тогда скажешь, Юрий, что мы пошли уже. Да. Хорошо? Да, да. Еще одна панорама. Вон на ту. Или куда повернули? Уходим. Какие вообще красавцы, а? Вот так, помашите ручкой для истории. Ай, там еще чуть-чуть видно. Ой, так все. Ну, вот сейчас мы еще Юру захватим. Замечательно. Я хочу еще раз показать, что такое рододендроновый лес. Не знаю, сколько мне это удастся, но эта красота просто неимоверная. После хорошего спуска. Молодость там всякая. Молодость существует сейчас в детском туризме. Вот эти старые лыжи. Если хочешь сделать гадость, подари туристу молодость. Джам-джам. Считается, тяжелые лыжи. На них крепят универсальное крепление. Ну да. Прям собираются. Который мы могли потянуть. 4 минуты до выхода. Господа. Дамы. Thank you.
Егор продолжает зарядку. Это вот Непальская деревня. Я покажу эту красоту, которую мы видим прямо из окна. Это музыка звучит. Это вот наша обитель. Еще раз пейзаж. Это Володя. Великого человека. Очень-очень легко. Он за ним идет Юра. Это бегает у нас, ну это понятно. Ну вот, а вот сейчас мы будем вокруг. Вот еще раз. Сейчас. Где он там? Вот кусочек. Кусочек Южной Анапурны. И вот видно до Валахери. Замечательный вид. Вот деревня. И дальше видно горы. Народ фотографируется. Значит, такие красивые на станах умирают. Вот, да. Вот фотосессия. Спасибо. Вот фотосессия. Там разные варианты. Днем живем вместе. Компания. Компания. Это самая известная смотровая точка района Анапурны и Давлагири. Восьмитысячники, семитысячники, шеститысячники. Сейчас я попробую. Еще прекрасный день. Нам крупно повезло. Вот Мача-Пучхари. То самое, которое не хватает 7 метров до 7 тысяч. Вот Анапурны. Третья, южная и главная. Вот эта вершина называется Тукучи. А вот это Давлагири. Это хороший и красивый восьмитысячник. И вот дальше идут горы, горы. Панорама. Чего снежно? Я там вышла, что ли? Вершинки. Мача-Пучхари, конечно, очень красивая вершина. Переводят это рыбий хвост. Еще? Где-то там есть. Вон еще один хребет. Он уже в облаках. И все облака — это типичная картина для этого места. Но на самом деле крупно-крупно повезло. Это маленькая, это большая.